самый настоящий олимпийский лед придает участникам, а сегодня выступают самые юные, больше сил и уверенности. В Сочи приехали фигуристки из Краснодарского края и других городов юга России. Они представляют Ставрополь, Краснодар, Ростов, Армавир, Ейск, Горячий Ключ и даже станицы Северскую и Кущевскую. Очень маленькие, им чуть больше 6, все, кто первыми выходили сегодня на лед, но со взрослыми мечтами о будущем. Хочу стать тренером по фигурному катанию. Ей понравилось. Вот как-то она сразу поняла, что это ее. Пробовали в гимнастику, не пошло. Вот встала и сказала, буду кататься. И вот как-то, знаете, мы стали меньше болеть на самом деле. Лед поправил нам здоровье. Вероника Таранова осенью подтверждала свой спортивный норматив в Армавире теперь в Сочи. В общем, по элементам я считаю, что она справилась, она молодец. Для нее это хороший, неплохой результат. А дальше, конечно, будем работать, чтобы улучшать наши скольжения и навыки. В Ледовом дворце «Айсберг» Центра спортивной подготовки «Югспорт» большинство из юных спортсменов выступают впервые. На этот раз важно подтвердить второй и третий юношеский разряд. А уже у фигуристов в старшей группе отбор на зональные соревнования Южного федерального округа, которые будут также проходить в Сочи в начале февраля, и первенство России. Фигуристская коллегия довольно представительная. Все почти у нас находятся в списках российских по судьям. Есть российская категория, первая категория, вторая категория. Соревнования продлятся до 20 января. Вход для тех, кто хочет поддержать начинающих фигуристов, свободный. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.